Будущему Казахстану квалифицированные специалисты, поэтому по всей стране в последние годы активно IT-технологии изучаются со школьной скамьи. Мангистау не исключение. В рамках программы «Цифровой Казахстан» в области уже функционирует ряд специализированных классов. Открытие очередного IT-класса прошло и в школе номер 12 Муналинского района. Здесь будут углубленно изучать современные технологии ученики 5-11 классов. Данное направление активно поддерживается партией «Нур Отан», а также акиматом области. Подробности у моих коллег. 3D-принтеры, современные компьютеры и программное обеспечение. Для школьников это в новинку и поэтому так интересно. Одна из будущих IT-специалистов – Мирей Саган. Она уже рвется создавать сложные алгоритмы и программы, понимает, что будущее за инновациями и компьютерным прогрессом. Я думаю, что наша школа современная и обеспечена по современным стандартам. Этот класс поможет нам изучить основы программирования и создания алгоритмов. Это очень актуально в архитектуре. Можно создавать уникальные проекты. Дети разделены на группы, по 12 учеников в каждом. Одно занятие продолжается 45 минут. Включают они теорию, наглядные демонстрации и, конечно, практические задания. Мы уделяем огромное внимание внедрению цифровых технологий в нашей школе. Открытие этого класса поможет оптимизировать учебный процесс, внедрить новые методы. Наши ученики смогут самостоятельно создавать программы, изучать мировые новинки. Уже укомплектованы компьютерами, скоростным интернетом. И эта важная работа будет продолжена. По словам ответственных лиц, в будущем практически все учебные заведения области будут обеспечены подобными классами, что позволит привить детям интерес к современным технологиям и в дальнейшем определиться с выбором будущей профессии. Динара Нургалиева, Руслан Агаев, Сабит Амангельдоула, Каспий Акпарат.